Лазарев недоволен размером и формой. Вот посмотришь на Сергея Лазарева и думаешь, ну чем не идеальный метросексуал? И красивый, и умный, но желтушники и тут изъян нашли. Говорят, что Лазербой задумал изменить форму носа. Написала газета, да, даже могу сказать, какая «Комсомольская правда». Точнее, написали они со слов какой-то клиники, что я являюсь клиентом этой клиники. И вот они сейчас со мной ведут разговоры, переговоры по тому, что я хочу себе изменить форму носа. Неужели правда? Чем же он вам так не угодил? Не подходил к костюму? Не сморкался? Или ковыряться было неудобно? Моя форма носа абсолютно устраивает, менять ничего не собираюсь. Так что это все бред, слухи. Станет сказка былью. Да за такие гадости нужно судиться и носы писакам откусывать. А то напишут в следующий раз, что вы хотите третье ухо пересадить. Или шерсть макаки на копчик. Все фанатки в ужасе разбегутся. Если бы у меня было побольше времени, я бы, конечно, разобрался в этом вопросе и хорошо бы засудил эту клинику. Вот, но у меня сейчас времени нет, я сейчас другими делами занимаюсь. Поэтому просто не верьте, смотрите MTV и, в общем-то, верьте вот такой прямой речи Сергея Лазарева, который вам опровергает эти слухи. Ой, как хорошо, Сергей, что вы такой разговорчивый. А то здесь некоторые ходят по тусовкам и правду о личной жизни никому не рассказывают.